Всем привет! Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова в прошлом году стали родителями. У них на свет появился мальчик Ваган. Долгое время мама с папой скрывали эту счастливую новость и рассекретили ее только когда наследнику исполнилось полгодика. Малыш Ваган появился на свет в день рождения своей мамы 13 марта. И мама в честь этого знаменательного события разместила общее фото с сыночком. И подписала, найдется ли тот, кто сможет преподнести мне столь же бесценный подарок в день моего рождения, как это сделал сын. Конечно, нет. Ваган родился 13 марта. У нас один день на двоих. Призналась звездная мама. На снимке Татьяна в белом костюме держит на руках именинника в черном, который нежно прижимается к ней. Мама и сын, как и Ниян, произвели впечатление на фолловеров, и они поспешили не только поздравить именинников с днем рождения, но и усыпать комплиментами. Поздравляю вас! Ваган, сладкий пирожок, с днем рождения вас и малыша Ваганчика, бесконечного счастья, какая чудесная фотография, ничего себе. Здорово! С днем рождения вас обоих, потрясающее фото, пишут в комментариях. Стоит отметить, слухи об очередной беременности жены юмориста появились еще несколько месяцев назад. Тогда в сторис своего инстаграм-аккаунта девушка отметила, что была бы не против родить еще одного наследника. Впрочем, учитывая, что в прошлый раз Татьяна Брухунова тщательно скрывала интересное положение, в этот раз также не стоит рассчитывать на подробные рассказы о беременности. Однако, кажется, супруга Евгения Петросяна ослабила хватку и случайно показала подписчикам своего инстаграм округлившийся животик. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!